Всем привет, с вами Ченвул, и я нахожусь в Грэнни 5. Сейчас я буду проходить на харде. Начнем. Окей. Давай, просыпайся. Рота, подъем. О, ключ. Получай. Получай. Изи. Давай. Готово. Давай. О, кабель. А это что? Крэнк. Повезло. Повезло. Раз. Беру крэнк. Давай, кидай. Забираю. Бабка исчезла. Да блин. Бабка. А, ладно. Фиг с ней. Как-то странно. Но мне кажется, тут что-то странное. Готово. Давай же убирайся. А капкан где? Я его даже не вижу. Беру крэнк. Ну-ка, тут тоже ничего. Ладно. Сделал потягушки. Окей, беги. О, отвертка, повезло. Нормас, если что. Готово. Беру кабель. Давай. Раз. Хе-хе-хе. Поскамил. Получай. Готово. Беру патрон. Эй, вырубил деда. Давай. Беги, как можешь быстрее. Давай. Беги.
Давай. Вкладываю второй кабель. Сейчас иду искать третий кабель. Ну, третий хер где. Может, я там по пути найду рычаг. Наверное. Да, тут ничего. А, блин, меня увидели тут. Ладно. Беги. Что? Понятно. Понятненько. Меня поймали тупо. Ладно. Ах да, я забыл, что закрыто. Беру ключ, открываю, кидаю. Давай, давай, давай. Пару раз это вы это видели. Петь. Я справился с этим. Беру кабель, третий я сломанный. Анжелка меня не увидела. Это плюс. Беги. Так. Складываю третий кабель. Бабка, ты мне надоела. Ну, что и требовалось. Что не безобразно? Только просыпайся. Жопу поднимай. Нет, ну ладно, шучу. Давай поднимай. Так. А, я такой не понял, где ключ. Получай. Вы это видели? Я немножко от страха. Получай. Давай, давай, давай. Готово. Давай. А вот кабель. Кабелюшка. 9-1-9-2-5-2. Надеюсь, я запомнил. Сейчас посмотрим. Так. 9-1-5. А, стоп. Я забыл. Наверное. А, нет. Не забыл. Я просто сам сейчас не понял. Чё я сейчас делаю? Я просто немножко забыл, чё я хотел. Я всё вспомнил потом. Так, ну всё, четвёртый кабель вставлен. О, блин. Ещё какие-то. Ищу некоторых профилактик. Получай, бабка. Ой, Анжела. Иди сюда. Получай. Готово.
Окей. Давай, беги. Беги, чел. Так, что же я хотел? А, надо найти рычаг. Стоп. А, нет, это не рычаг, это ножницы. Зачем они мне нужны? Все равно они сейчас не понадобятся. Все равно. Рычаг, где ты? Где он спрятался, блин? Ныкают вещи, куда непонятно, потом фиг найдешь. А, меня не увидели. Да, а что? Я тупой. Да ты издеваешься, бабка. Давай, беги. Вставляю рычаг. И включаем, чтобы убрать эту жидкость. Я сейчас сам ничего не понял. Я просто тупо искал рычаг, а он все это время был в бочке. Точнее, сверху бочки. Который еще был закрыт. Хотя она и так закрыта, ее нельзя открыть. Ой, блин. Да. О, картинка. Готово. Давай, беги. Давай. Well, I don't think it's such a nightmare. Okay. Help escape. Бабка? Ну только не ты. Давай иди. Не шуметь мне. Беги. Фух, убежал. Давай. Да уж. Давай. Да. Это что ещё такое было? Это что сейчас такое было? Анжела? Ладно. Бабка, ты мне надоела уже. Так, ладно. Окей. Надо же мне ее как-то обхитрить. То вообще как-то не получается. Давай. А, понял. Беги. Давай, беги, челик. Чел, беги. Иначе хана сейчас нам. Надоело.
гоняется за мной, блин. Как угорелая. Не знаю, зачем я это сказал. Как угорелая. Но пофиг. Давай, 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 давай. Давай. Беру сломанную картинку. А, странно. Надеюсь, тут ничего нету. Хей. Не понял. Она сверху. Как-то странно. Ладно. Фух. Пугает меня так. Бабка, блин. Не пугай меня так больше. А, блин, все, я вспомнил, куда я дробовик дел. Давай. Получай, получай. Так, теперь мне надо быть осторожнее. Беги. Готово. Беру картинку. Блин, как я ее сверху не увидел? Окей. Погнали. Ну окей. Все собрал. Всю картинку собрана. Точнее, вся картина собрана. Фух, ключ. Повезло. Забираю. Беги. Да ты издеваешься. Ты шо издеваешься надо мной? Чё за цыганские фокусы? Ля, если бабка скинется на меня, я охренею. А, нету её. Да. Окей. Давай. Готово. Всё, я упал. Давай, давай, беги, беги. Тут ничего. О, бабка. Сейчас появится какая-то штука, какой-то замок. Вроде. Да. Секретный писар. Чего? Я ничего сейчас не понял. Окей. Забираю книгу. Понятно. Окей. О, бабка. Ой, блин, Анжела. Исчезай быстрее. Забираю. Забираю книгу. Ну-ка. Слендерина и ребенок ее.
Окей. Готово. Так, и осталось найти вы это перейти, который вот секрет, что-то фигню какую-то. Замок, что ли, которая дверь. И тут та самая грустная сцена, которая Слендерина бросает Мишку. Да. Печально. Беги. Окей. Иду вниз, спустился. И сейчас вот такие же цыганные фокусы. Фокусы цыганские. Нам, да? Рункей? Ренесси. Окей. Повезло. Спускайся. Что происходит? Что за пьянство? Окей. Окей. Открываем дверь. Сейчас я немного помолчу. Да. И тут будет грустная сцена. Опять же. Не то, что Слендерин, это еще и бабку. Ай, ладно. Короче, ладно, давайте я буду на это заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока.